общем, мужики, сдохла моя коса. Не знаю, что случилось. Возможно, в баке забит фильтр. Возможно, что-то с карбиком. Не знаю. Буду разбираться. В общем, видели, что происходит с этой косой. Ну, разбираться я с ней буду чуть позже. Времени нет. Обещают дождь, а траву покосить надо. Есть у меня штиль 450-й. Старичок. Но довольно-таки бодрый. Единственная проблема, это нет у него катушки. Вот такой. Точнее, есть. Вот такая вот запчастюлина, мужики. Это все, что от нее осталось за долгие-долгие годы работы. Оригинальная стоит в пределах где-то 3000 рублей, и особого желания как-то с деньгами расставаться с такими не хочется. Вот такая дешевая катушка, да, сколько она, рублей 400-450, сюда не подходит. Разные редуктора, разные гайки, но тем не менее, имея вот эту часть, сейчас это в течение минут 10, наверное, эта катушка будет стоять уже здесь. Давайте я сейчас сниму и покажу маленькую переделочку, так, чтобы эта катушка и сюда становилась, и сюда. В общем, мужики, первым делом сейчас выбиваю отсюда вот эту гаечку, потому что она там своя. Угу, почти выбилась. Вот она. Вот такая гаечка. Это больше не понадобится. И давайте разберем вот эту катушку. Вот так вот. Нам нужна вот эта часть. Здесь тоже есть гайка своя. Вот они, как показать, диаметры разные. Также и здесь они абсолютно, мужики, разные. Ну, смотрите, эта гайка, вот эта гайка, которая вот здесь стоит, болт, точнее, на 16, гаечка на 16, сюда просто идеально становится. Не хочет. И сейчас самое простое, это вот так вот ее сюда забиваем, обвариваем и ставим. Но нужно будет немножечко ее, мужики, сточить. То есть сделаем вот такую гайку из вот этой. Сейчас вот это дело вот так вот, мужики, забиваю. Оно должно идеально просто забиться. Прямо сейчас вот здесь вот шарахну. Вот так вот забилось. И сейчас вот так вот полуавтоматом привариваюсь. Итак, вварил сюда гаечку, сварку. С этой стороны была сварка. Обработал вот так вот под конус, чтобы культур-мультур было. С этой стороны не заваривал.
но также ж обработал под конус. Видели, да, гайка она была потолще, чем вот эта. Поэтому, чтобы она садилась глубже, сделал конус. Также ж выбрал под конус вот здесь. Не знаю, как показать. Я думаю, будет видно. Чем выбирал? Взял вот такой болт. Это болт, который притягивает головку с двигателя, да, к блоку. Вот такого плана. Здесь вот эта шайба, она идеально просто становится в эту катушку. Ну, подобрал. Вот, видно, да? Даже вот не выпадает. Из него сделал вот такую вот фрезу. То есть на станке поставил, обточил, потом диском сделал такие зубы, я не знаю, как показать. Вот. Поставил сюда в дрель, зажал и прошелся как шарошкой. И все. Тут делов ровно тут несколько секунд было. Выбрал конус. Так, дальше. Смотрите. Вот эта сторона, где была сварка, я ставлю вовнутрь. Вот. Здесь она как бы и площадь, и сварка, и все остальное. Чтобы ее в случае чего туда не вырвало. Вот. Получается вот такая вот штука. То, что здесь торчит вверх, в отличие от вот этого, да? Если вот эту мы поставим, я поставлю. Она как бы идет вровень. Но она абсолютно мешать никак не будет. Вот этой катушке. Это мы сейчас проверим. Соберем ее. Вот такие вот дела. О, пружину забыл. Елки-палки. Все как всегда. Все как всегда, мужики. Не беда. Вот так вот. Все, проверяем, работает ли. Работает. То есть вот эта торчащая гайка вообще никак не мешается. Также же, мужики, накручивается. Вот и все. Можно теперь использовать на штиле. А если она понадобится, понадобится мне на простой косе, ну какие проблемы? Ну вот щелкнуть ее здесь и заменить гаечку. Никаких проблем. Когда мы ставим диск, мы делаем примерно те же самые манипуляции. Вот и все. Делов ровно несколько секунд, даже и минуты не прошло, как гайка, мужики, заменена. Вот такая простая самоделочка из поломанной катушки. Как-то так. Так что, кому надо, пользуйтесь. Пользуйтесь, как говорится, идеей. Зачем платить в 10 раз дороже, когда можно это все дело из поломанной старой катушки все дело исправить. Все, давайте сейчас поставлю все это на место и прикручу на косу. Ну вот и все. Катушка стоит на штиле. Она даже вот здесь подошла четко по диаметру. Вот как-то так. Зажалась, прижалась, затянулась. Все, осталось поставить теперь защиту. Она у меня снята. Вот, а эту в сторону. Делов минут 10, мужики. Минут 10 на всю переделку.
Вот и все, мужики. Защита не родная. Что это такое? Смотрите, в прошлом видосе я показывал. Ссылочка, точнее подсказка вот здесь вверху. А на этом буду заканчивать. Всем пока. С вами был Санек. Скоро увидимся.